Тебе помочь с чем? Да, там самокат стоит на парковке, он у меня списывает, уже списал рублей 300. Ты можешь, пожалуйста, пойти его и припарковать? Он меня без денег оставит. Сделал это? Да. Ты мне расскажи, что вы тут собираетесь делать? Нет, мне не надо. Мы снимаем клип. Какой? На песню. На какую? На кавер. На кавер? Да. У вас дуэт? Называется Summer Move It On. У нас называется... И это прошло как-то так. Понятно. Ваня, короче, ребята, как смотрите, обычно, ничего не знает. Все будет классно, и будут очень клевые кадры, и классный клип. В общем, ребят, мы уже едем на первую локацию. Да, настроение супер есть. Дома взяли зонтик. Ваня проспал. Ваня проспал. А погоде дождя нет. И не будет. Ну, очень пасмурно. К сожалению, не выносим. Ничего страшного. Че, мы приехали? Да, мы приехали. Сейчас уже снимать. Так, давай. Там уже все снимают. Мы можем это спускаться? Ты меня снимаешь? Да. Я тебя убью сейчас. Ты меня тоже убьешь? Нет. Тебя можно снимать, да? А у меня такой... Не знаю, что еще говорить. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Подпишись на меня. И на меня. И на нее. Чуваки, мы вообще-то снимаем как бы клип, не вы не знали? Расскажите ваши впечатления. Ника. Привет. Почему ты это на мой телефон? Ну да. Саша, попробуйте меня тоже снять. Да, у меня очень плохо получилось. У меня стабилизация в руке. Да, тебя сейчас тут. Короче, все. Достали меня. Пойду показываю, что здесь происходит. Эй, блин. Это кипиш какой-то. Что за кипиш? Снимаем? Лайк. Что снимаем? Вип. На что? На песню. Я интервью беру. На песню. Смотри, что тут происходит. Что мы делаем? Честно? Не знаю я. Какие-то вы все неразговорчивые. Давайте отсюда начнем. Музыку. Да. Ваши ощущения? Все классно, очень красиво. Помогите мне. Ваня, как всегда, недоволен. Я недоволен. Меня не покормили. А мы там сразу стоим, да? Ваня, что это такое? За руку везем. Чего надо? Серьезное лицо. Поехали на рамах. Готово, погнали. Я пошел, пошел. Молодцы. Хорошо сейчас. Вторую руку положи. Ваше ощущение? Самое, это просто. Самое сложное, это строить серьезное лицо. Да? Да, ребят. Ваня! А ты бы снял тот кадр? Вон тот. Ты не падай, а? Вон тот кадр ты бы снял с поцелуем. Какой кадр с поцелуем? Покушать Макдоналдс. Реально, давайте закажем. Да, нет, на мой вопрос. Что? Кадр с поцелуем? Нет. Нет, такого нет. Нет. То есть, понятно. То есть в кампусе мы целуемся? С бадлами всякими. Ты целовалась с бадлами? А вот с ним нет. Ну как будто тут это. Не, ну, как... Ты задумайся. Ты повторила поцелуй с бабом? А? Повторила поцелуй с бабом. Каверзный вопрос. Почему с баблом? Да, а с ним нет. Вообще ни с кем не было.
только с мамой. Тебя просто заставили, да? Просто... За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Какого ваша? Тут нас стабилизатор. Ты его любишь, по идее. Как же ты мансуешься этой съемкой вообще? А мы уж снимаем? Какая ваша роль в этом прекрасном? Я клипе. Подружка, да? Подружка, наверное. Подружка. В смысле подружка? Вы просто проходите кадрами? Мы танцуем. Танцы. Он еще жесткий рэп читает. Понятно, рэпер. Давайте прям динамичнее сделаем. Ярче все! Красиво, красиво! Что? Что как вам? Как вам? Локация, кадры? Спасибо, Катя. Сейчас мы куда едем? В центр куда? Ты знаешь куда? Я думаю, что это Дедуков. Дедуков? Возможно, Дедуков. Да. Пойдем, я покажу трюк. Мне кажется, что нас заставляли танцевать этот танец несколько раз, просто потому, что он им понравился. Возможно. Потому что мне танец классный. Тихо. Давай отойдем. Стена. Марусь, вот скажи, ты хочешь есть? Она уже сказала, она очень сильно хочет есть. Но мака в России нет. Как тебе песня? Абьюз какой-то. А? Как тебе песня? Классная песня. Да. А что ты можешь сказать по поводу песни? Песня хорошая, мне нравится. Чувак, это называется солидарность. Что, солидарность? Мужская солидарность. Вообще-то, да, нет, солидарность. Это не солидарность. Короче. Сейчас, просто, стой. На самом деле, она меня бьет и заставляет меня нести ее вещи. Хорошо. Скажи честно, ты меня бьешь и заставляет, да? Я знаю. Это абьюз называется. Я когда зла, я от машины еле нанесаю. Она меня обузит. Просто идите и все. Маруся! Да, ребята. Зарезать. Я сейчас поднималась, и даже 10 по ступеньку. Да, заряд я, конечно, потеряла немножко. Поэтому завтра я иду в зал. Что ты ждешь от клипа, как ты думаешь? От клипа, блин, мне кажется, реально будет классно. Очень, мне кажется, будет такой загадочный, романтичный и такой, связан с такой серой осенью в Москве, в которой есть любовь. Ребята, мы снялись уже с первой локации, и сейчас едем на вторую. Отжала весь у меня текст. Ладно, я просто посажу его. Ура. Ну, что ты обижаешься? Давай еще раз. Я не обижаюсь. Ребята, пока. Да, пока. А сам ты куда сядешь? Верни мне строчку. Ты сам сядешь, может? Да, зачем? Я так, я пешком. Сорян, я забыл про влог. Мы вернулись. В общем, рассказываю. Мы уже отснялись на второй локации. И сейчас едем на третью, на крышу. Правильно? Да, вроде бы на крышу. У нас произошли небольшие проблемы с третьей локацией, поэтому мы сейчас еще
думаем, куда точно ехать. Ну, свет тут, конечно, вообще айс. Куда мы едем? Хорошо. Давай, назовешь адрес, куда мы едем? Нет. На Кутузовский проспект, дом 15. Приезжайте все, ребята. Она поела. Она классная. Ну, я тоже поела. Я поел хачапури. А ты что поела? Я поела много чего. Всем пока. Шоу фото. Найс, я включил вспышку. Короче, сейчас у нас будет побег с крыши 24 часа челлендж. Да? Все правильно? Все правильно, да? Да, побег, побег. Let's go. Мы сейчас попробуем выбраться отсюда. О, как раз фонарик включать не надо. Все вообще замечательно. Правда, я вот видите с чем? С гитарой. Это единственное, что мне мешает. Гитара – это дискомфорт на крыше. Запомните, если у вас будет свидание на крыше, никогда не берите с собой гитару. Гитара – это... Гитара вам, короче, помешает 100%. Если вы когда-либо пойдете на крышу, все это получится. Ядрен батон. А как туда попасть? И чё, и как нам пролезть? Ты теперь крышу сломал. Ой, а я гитару. Спасибо. Да. Ё-моё, ё-моё. Чиш. Спасибо. Короче, это жесть. Мы раз мы сбегаем. Да, мы сбегаем. Это просто влог. Ты серьезно? Да. Да ладно. Я снимаю влог, как мы уходим с крыши, но не снимал, как мы поднимаемся. Привет. Дима, самый лучший фотограф. Тоже Дима. Самый лучший режиссер. Сказать. Всем привет. Туда? Как будто бы нет. Туда. Нам туда. Мы там пролазили. О, здесь пролазили. Давай, а я не помню. Давайте, может, Андрей первый пойдет? А, все понял. Ну, погнали. Так, аккуратно. Ой, чуть не упал. Опа, опа. Тут еще всякая живность на потолке 100%. Все. Мы вышли. Все, всем пока, спасибо за просмотр.